Добрый день. Хочу рассказать, что вот реально бесит практически каждый день. В метро спускаешься, садишься, вот на эти странные сиденья, где три места. Их сделали гораздо меньше, чем в два раза, по сравнению с теми сиденьями, где шесть мест. И постоянно, если там сидят каких-нибудь два взрослых мужика, то между ними уже никак не втиснешься. Да? Кто-то это проектировал. Это бесит. Поэтому приходится уже и дубленку снять, и далее как-то ужиматься, вот так вот сидеть. Вот вообще, конечно, это маразм. Вот. Бесит, когда у нас, например, недавно спилили столбы фонарные, да, при этом до этого предыдущие стояли лет 5. Вот. Зачем-то теперь ставят новые светодиодные, при этом воняет от спиленных автогеном столбов. Вот когда они раскаленные, лежат на земле, и вот эта вся горелая земля. Вот. Но это достаточно необычное, да, то, что бесит. Бесит то, что у нас вместо того, чтобы построить подземный пешеходный переход, несколько месяцев меняли бордюры, делали какие-то островки безопасности на перекрестке Смольной и Беломорской улиц. Вот сначала дорогу пару лет назад расширили до двух полос, сейчас сузили обратно до одной полосы. То есть сделали искусственное бутылочное горлышко. Иногда там на работе может бесить, когда кто-нибудь что-нибудь не понимает. Моего начальника на работе ВЭКа бесило все люди, которые плохо разбирались в математике. Вот, он считал их всех тупыми. Вот, в общем, много что бесит. Вот, или бесит, когда вечером уже ложишься спать, а все начинают ходить, тут что-то громко разговаривать, телевизор смотреть. Или ночью просыпаюсь, а жена там храпит, не могу заснуть. Это тоже бесит. Вот. Напишите в комментариях, что вас раздражает, что вас бесит. Вот. И, возможно, вам станет легче. Спасибо большое за внимание.